Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 1004. Тема «Грех». Виноват ли малолетний преступник, если с самых малых лет в семье он видел только пьяных родителей, ругань, драки? Неужели в такой обстановке он мог бы вырасти порядочным человеком? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанн Златоуст останавливается на той мысли, что если в подобной обстановке хотя бы один спасется, то он осудит весь мир. Мог я, смог бы и ты. Это все зависит от человека. Конечно, такому ребенку совсем непросто сохранить простую порядочность, но история сохранила нам много примеров, когда в семьях нечестивых людей вырастали праведники. Моисей, воспитанный в доме фараона, не усвоил его нрав. Евреям 11:25. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Так мы видим из книги Царств, что все благочестивые цари происходили от весьма нечестивых родителей. Сравните Петра I и отца Алексея Тишайшего. Здесь нет никакой константы. У нас в семье слышались непростые, бранные слова. Но ко мне ни одно не пристало. Совершенно одинаковая обстановка, одни и те же родители, и все разное. Исав и Иаков. Оба молодые, и обоим одинаково нравятся красавицы. Но они были такие же люди, как и мы. Один пишет, один ищет благословение отца и матери, а другому все нипочем. У Исава не видно вообще никакой тяги к Иегове. А Иаков борется с Богом до рассвета, чтобы получить его благословение.